Жители сразу нескольких домов на улице Некрасова в Ярославле попали в неприятную и, к сожалению, типичную историю для современной российской действительности. Люди долго согласовывали с различными органами установку шлагбаумов во дворе. В одном из последних возникли вопросы. Жители предоставили общий пакет документов, от них же потребовали бумаги от каждого дома по отдельности. Шлагбаумы к этому времени уже установили. Ситуация сдвинулась с мертвой точки только после обращения в общественную палату. Вопросы в скором времени должны уладить. Мы этот вопрос уже готовы. Пригласили мы сюда представителей администрации. Я благодарен им, что лично глава Ленинско-Кировского района присутствует, пожарники присутствуют, значит, куми присутствуют, юристы присутствуют. То есть, в принципе, мы собрали всех, кто даже косвенно, так сказать, имеет возможность помочь в решении данного вопроса.